requisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Я тебе говорю, они самые крутые танцоры в мире, а ты мне не веришь. Я буду аплодировать. Очень классные, друзья. Хорошее утро вместе с нами. Начинает Замира Худ, преподаватель по аргентинскому танго. Евгений Белянкин, танцор. Марина Белянкин, руководитель школы танца, педагог по современному танцу. И Ксения Комарова, педагог по современному танцу. Вот в такой компании мы сегодня просыпаемся. Спасибо вам, да, за то, что вы нашли время, пришли к нам, зарядили, потому что, ну, я там понимаю, зрители сейчас заряжены, уже весь день пройдет теперь в ритме танго. Мы-то вообще всю неделю будем. Я на 1 мая пойду танцевать. Спасибо вам. Друзья, да, спасибо вам за такое настроение утреннее. И вот мы провели небольшой соцопрос в нашей редакции. И сейчас я вам буду задавать вопрос, который интересует всех. Очень много студий танцев, школ танцев и так далее. Вот как выбрать хорошего преподавателя и хорошую школу? Мне кажется, что прежде всего нужно приходить и лично знакомиться. Конечно, сейчас у нас мир интернета. Посмотрели в Инстаграме, красивый блог, в Ютьюбе, крутые видео. Ну и вроде как решили, что все, педагог супер. Но педагог – это прежде всего человек, который должен донести информацию и найти подход, ну, по сути, каждому конкретному ученику. И если вот вы пришли, и у вас случился коннект, значит, это ваш педагог. Ну и, безусловно, он должен уметь танцевать и знать, чему он обучает. То есть здесь, ну, конечно, прежде всего сначала качество деятельности человека, а потом уже его умение вносить информацию. А вот исходя из вашего ответа, хочется такой вопрос. Логично ли предположить, что каждый педагог должен быть танцором? Но ведь не каждый танцор может быть педагогом. Да? Да, это верно? Самое, ну, логичное. Каждый танцор, да, должен дорасти до педагога. Да, нет, просто чтобы люди, о, танцуй, пойду у него научусь. Не все, друзья, запомните внимательно. Вот эти 100%, а остальные не все. А вот мне интересно, вот вы когда ставите танец, вы отталкиваетесь от человека или от идей каких-то своих лично? От человека возникают идеи. А, то есть вот так. Да. Круто. А были какие-то, может быть, безумные идеи? У нас было танго. Да. Ну, мы как бы коллектив современного танца, но у нас есть вдохновители, люди, которые танцуют танго профессионально, и мы как бы смотрим, вдохновляемся. У нас было именно в стиле девочки, которые танцуют танго, но немножко сошли с ума. Вот у нас был... Почему нет? Евгений, может, вы только танцуете или только танцуете? Нет, я только танцую, конечно. Только танцую. А кто из них ваш преподаватель? Ну и как тут педагоги? Мне просто неинтересно, со стороны ученика. Марина уже сказала все по этому вопросу. Действительно, нужно находить педагога, познакомившись с ним непосредственно. А вы когда пришли в танцы? Ну, я уже достаточно давно танцую. Насколько? Скажем так. Ну, в данном случае лет 7-8, наверное. Ух ты. Здорово. А пришли с каким-то вообще, с какой-то базой или вот просто с нуля? Безусловно, у меня была база, я в свое время занимался спортивными танцами. Потом какое-то время был перерыв, а потом уже, вот, так сказать, увидел аргентинское танго, очень-то было впечатлен. Ну, это да, это, конечно, танцем, это, конечно, своеобразное. Безусловно. Кстати, в Аргентине говорят, да, что танцуют они, сами аргентинцы, они говорят, мы танцуем музыку.
Вот. Вы можете как-то перевести это на человеческий язык, потому что непонятно, в смысле танцуем музыку, что это, ритм это или что? Через тебя, наверное, музыка. Вся песня состоит из музыки, ритма, голоса и ритмики. Можно танцевать все многообразие, можно выбрать что-то одно и танцевать что-то одно. Каждая песня состоит из этого. Аргентинцы могут танцевать больше, они больше музыкально, они любят музыку растягивать. Можно танцевать ритм. Можно найти маленькие мелочи, это будет ритмика, и тоже их вытанцовывать. Это больше в мелонге. Танго состоит из трех танцев. Танго, танго, вальс, мелонг. И также можно танцевать именно только голос, когда певец изливает свою душу во всех песнях аргентинского танго. А вот интересно, если я вот взрослый человек, да, ну допустим, ну так, чуть-чуть взрослый я про себя, не захотел, я никогда в жизни не танцевал, аргентинское танго тем более. Ну как, может быть танцевал, но это вряд ли можно назвать танцем. Если я захотел прийти и учиться, это реально? Да. Серьезно? Конечно. Вполне реально. Я пошел. Не, а что ты пошел? Иди. Не, ну не я пойду. Иди, попробуй. Да. Может быть, мы вас, да, попросим. У вас же тоже для нас есть танцевальный подарок. Давайте мы, наверное, пропустим. Потому что аргентинского танго много не бывает, как говорят великие. Ingratitud y dolor, pobre flor, hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión. ¿Por qué no vuelve más lo que amé con frenesí? Ay, que se han hecho los besos que con embeleso me dices a mí. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con ponzoña y maldición. Llevo el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía, triste la cubrió. Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar. El corazón que te amó. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con ponzoña y maldición. Pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió. Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar. El corazón que te amó. Танцевальное разнообразие, это праздник танца в нашем хорошем утре. Не расстраивайтесь, его можно будет пересмотреть на нашем сайте kuban24.tv.